Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Машук 2020. Будет ли в этом году проводиться масштабный молодежный форум и в каком формате? 59 начинающих фермеров в Карачаево-Черкесии получили гранты на развитие своих хозяйств. Как пройти конкурс, конкурсный отбор и получить поддержку государства? Здесь родина на прочность проверяет, граница на замке и щит надежен. В КЧГУ имени Умара Алиева реализуется целый ряд мер социальной поддержки. Сотрудники готовы оказывать свою помощь. Северокавказский молодежный форум «Машук-2020» этим летом планирует провести в 11 раз. Он будет посвящен 75-летию Великой Победы. С каждым годом количество участников увеличивается. Молодежный форум «Машук» ежегодно собирает на своей площадке всю активную молодежь СКФО. Каким будет форум в этом году и как пандемия коронавируса повлияет на его проведение, расскажет Руслан Джукаев. Ежегодно молодежный форум «Машук» собирает на своей площадке самую активную и амбициозную молодежь Северокавказского федерального округа. 2019 год стал для форума юбилейным – 10 лет с момента первой смены. За эти года площадки форума стали для участников вторым домом, где они обрели новые знания, друзей и бесценный опыт в разных сферах деятельности и пробовали себя в проектной деятельности. Поддержать наших участников на форум приехал и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. 10 лет округу, 10 лет этому прекрасному форуму «Машук». И я могу, мне кажется, смело сказать, я 9-й раз нахожусь на этом мероприятии, что вы, понятно, вы наше будущее, но вы и наше настоящее. Вы заряжаете нас, руководители субъектов, идеями, своими мыслями. И дай Бог, чтобы еще долгие-долгие годы у вас эти идеи никогда не заканчивались. С праздником вас! В этом году должен состояться 11-й форум, но каким он будет в условиях пандемии? За ответом на этот вопрос мы обратились к начальнику отдела молодежной политики Карачаево-Черкесии Зурабу Крымшамхалову. Онлайн какой-то формат, где участники смогут там через клиенты видеосвязи подключаться к форуму и там в каком-то вот таком онлайн режиме его проводить, или же это будет форум проводиться в обычном режиме с присутствием всех участников в офлайн режиме, но с каким-то повышенным режимом, контрольно-пропускным режимом, где будут тщательно проверяться справки и состояние здоровья участников. Вот сейчас пока еще это решение не принято, будем следить за информацией. Мы постоянно находимся, тесно взаимодействуем с нашими ставропольскими коллегами и с коллегами из Росмолодежи. Кроме образовательной программы, на площадке форума проводится грантовый конкурс для физических лиц и некоммерческих организаций. В этом году изменения коснулись и его. Для некоммерческих организаций конкурс состоялся в заочном формате, и у участников из нашей республики есть положительные результаты. Однозначно грантовый конкурс будет проводиться. Пока что формат проведения грантового конкурса мне не известен. Пока еще нет понимания, но сейчас нашими коллегами разрабатывается план проведения как и самого форума, так и грантового конкурса. У нас есть информация, что, как и в прошлом году, будет 3 смены. В прошлом году был юбилейный форум, раньше было 2 смены, в прошлом году добавили 3-ю. То есть будет 3 смены у нас, и, скорее всего, на всех трех сменах размеры грантовой поддержки увеличатся. Участники прошлых лет уже успели соскучиться по форуму и запустили флешмоб в Инстаграме, где поделились своими историями, связанные уже с родным форумом. Руслан Джукаев, Мухаммед Ашибоков, «Вести» Карачаево-Черкесия. И новости из оперативного штаба. В Карачаево-Черкесии выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике 951 подтвержденный диагноз. Из них 290 выздоровели, 456 госпитализированы. Остальные проходят лечение в полной изоляции. 59 начинающих фермеров Карачаево-Черкесии получили гранты на развитие своих хозяйств. В рамках регионального проекта создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, завершился конкурсный отбор на получение гранта «Агростартап».
В целом программа направлена на развитие овцеводства, крупного рогатого скота, молочного и мясного направлений, садоводства, выращивания овощей открытого и закрытого грунта, переработку сельхозпродукции. В целях определения победителей конкурсного отбора использовались критерии по бальной шкале оценок. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, стали победителями конкурса. На погранзаставе Маруха торжественно отметили День пограничника и провели показательное выступление по задержанию условных нарушителей. Праздничные мероприятия прошли без участия приглашенных лиц, а зрителями стали члены семей военнослужащих. Подробности расскажет Мурат Дженкезов. По традиции праздник начался с торжественного поднятия флага Российской Федерации. В честь пограничников, погибших при исполнении служебного долга, прозвучал троекратный залп автоматной очереди. Военнослужащих с праздником поздравили и самые маленькие жители заставы. В их исполнении прозвучали стихи и песни. На высокогорной заставе Маруха боевую вахту вместе с мужьями денно и ночно несут и представительницы прекрасной половины человечества. Служится хорошо с мужем. Мы с мужем оба военнослужащие. Имеем двое деток маленьких за все это время. В женском коллективе, ну, как всегда, друг друга поддерживаем. 28 мая – это как наш праздник, мы всегда рады его принимать. Поздравляю всех с Днем пограничника, желаю мирного неба. Любопытные мальчишки и девчонки ознакомились с образцами вооружения подразделения и посетили музей погранзаставы. У нас все условия, комфортные условия для жизни, для семей. Обстановка, в принципе, на границе спокойная. Так что нам нравится. Я, конечно же, желаю мира всем членам и семьи, так как здесь мы все вместе живем. И главное – мира. Самым зрелищным событием стал показательный захват и обезвреживание условных террористов. По легенде, пограничный патруль заметил двух нарушителей государственной границы. Завязалась перестрелка. На подмогу прибыла усиленная группа. Молниеносными отточенными действиями пограничников преступники обезврежены. Финальным аккордом звучат заслуженные аплодисменты зрителей. Мурат Дженкезов, Расул Берди, Вести, Карачаево, Черкесия. МЧС предупреждает, до конца суток ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. А сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в отдельных пунктах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура ночью плюс 9-14, днем 16-21. В горах ночью местами до плюс 5, а днем до плюс 15. В Черкесске кратковременный дождь, ночью гроза, при грозе порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура ночью плюс 12-14, днем 18-20 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей, скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09».
Продолжаем выпуск. Около 2000 субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесии обратились за получением безвозмездных субсидий на выплату заработной платы сотрудникам. Напомним, что до конца мая организации и индивидуальные предприниматели, представляющие наиболее пострадавшие от пандемии отрасли, могут подать заявление на предоставление субсидий. Такая мера господдержки предоставляется в первую очередь тем, кто сохранил численность работников на 90% по сравнению с предыдущим месяцем. Размер федеральной субсидии составляет 1 мурод 12 130 рублей на каждого сотрудника. Индивидуальный предприниматель без наемных работников также может обратиться за выплатой, но на одного себя. В Карачаево-Черкесии такую субсидию получили 1978 налогоплательщиков. Предпринимателям перечислено более 42 миллионов рублей. С 20 мая Федеральная налоговая служба упростила способ подачи заявлений на получение субсидий. Теперь это можно сделать в личном кабинете без квалифицированной электронной подписи, чтобы значительно ускоряет весь процесс. 1 июня можно уже начинать подавать заявки на получение субсидий за май. По всем вопросам поддержки предпринимателей в период пандемии можно обратиться по номеру горячей линии. В связи с эпидемиологической ситуацией в КЧГУ имени Умара Алиева реализуется целый ряд мер социальной поддержки работников и студентов. Все больше сотрудников вуза выражают желание и готовность оказывать свою помощь. В связи с этим при КЧГУ создан фонд поддержки студентов и работников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Джашуевича Алиева реализуется целый ряд социальных мер поддержки работников и студентов. Вместе с тем, все больше наших коллег изъявляют желание и готовность реализовать естественную человеческую потребность, совершать благие дела и оказывать помощь. В Карачаево-Черкесском государственном университете создан фонд поддержки работников и студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Средства фонда будут формироваться из добровольных пожертвований сотрудников университета и наших друзей. То есть каждый, у кого есть возможность помочь, получит такую возможность. Друзья, в это трудное для всех время нам необходимо объединиться в совершении благих дел. Пусть в этот прекрасный светлый месяц Всевышний приумножит ваш достаток и осветит своим милосердием ваши сердца. Российская национальная платежная система «МИР» перевела 2,5 миллиона рублей на поддержку больниц Карачаево-Черкесии. О самом проекте и насколько он значим в период пандемии коронавируса расскажет Альбина Ламкова. В это непростое время платежная система «МИР» в рамках проекта «МИР помогает врачам» перевела благотворительному фонду «Живой» средства в размере 2,5 миллионов рублей на покупку медицинской экипировки для больниц Карачаево-Черкесии. В этих целях направлено более 8 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Проект «МИР помогает врачам» был запущен 17 апреля. Он поддерживает медицинские учреждения в тех регионах, где коронавирусная инфекция сегодня распространена больше всего. В рамках этого проекта за каждую оплату онлайн платежная система «МИР» переводит 1 рубль на помощь медицинским учреждениям по всей России. Держателям карт ничего специально делать не нужно. Просто оплачивать привычные товары и услуги на российских интернет-ресурсах и сервисах. Важно отметить, что мы направляем на поддержку врачей именно собственные средства и никак не задействуем средства держателей карт. Деньги переводятся в благотворительный фонд «Живой». Благотворительный фонд «Живой» собирает заявки с больниц по всей стране и закупает для них маски, антисептики и многое другое, в том числе и медицинское оборудование. Проект продлится до 20 июля. Мы, как и весь мир, надеемся, что к этому моменту пандемия уже пойдет на спад. Но высока вероятность, что повышенная нагрузка на медицинские учреждения все еще сохранится. За время проекта «МИР помогает врачам» посылки с необходимой помощью были направлены в больницы Краснодарского края, Республики Калмыкия, Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Дагестан и Нижегородской области на сумму больше 36 миллионов рублей. Это более 110 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 2 портативные рентгеноустановки. В ближайшее время готовятся посылки еще в несколько регионов. Сумму, пожертвованную платежной системой «МИР» на поддержку врачей, можно отслеживать на сайте платежной системы. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести. Удачи и до встречи.